Всем привет! Очередное видео на канале. Сегодня, хоть я и весел, бодр и свеж, хочу поговорить о не совсем хороших для меня и моей семьи и нашего поместья в Крыму новостях. Давайте начинать. Поехали! Итак, многие из вас знают, кто не знает, добро пожаловать. Вы на крыше одного из самых лучших мест на Земле. Республика Крым и так далее. Но недолго музыка играла. С виду вроде бы неплохая плоская крыша, на которой должны мы с семьей встречать хорошие красивые закаты. Радоваться жизни, в принципе, не очень часто на нее выходить, но мы не можем этого делать, потому что мы бегаем с ведрами, со швабрами, с тряпками по второму и первому этажу, потому что с виду обычная плоская крыша с качественным материалом технониколь, но с некачественно выполненной работой по монтажу и укладке гидролизационных материалов в виде технониколя в два слоя. Почему, спросите вы? Ну, потому что данная крыша течет. Течет, и дальше будут вставки, записаны именно сегодня, 12 августа, 11 или 12 августа 2021 года, потому что полдня нервничали, и даже в датах мог запутаться. Итак, у нас крыша устроена следующим образом. Она условно плоская, с определенным, я не разбираюсь в строительстве, но с определенным вроде как уклоном, потому что вы можете заметить, что высота парапета там меньше, тут больше. Вроде как уклон достаточен для того, чтобы вода вся стекалась, и монтаж крыши свидетельствует о том, что она находится под определенным углом. В два слоя это все дело смонтировано, но смонтировано некачественно. Почему я делаю такие громкие заявления о некачестве или качестве? Ну, друзья, когда вас будет топить, когда вы сделаете частично отделку первого этажа, подготовитесь к отделке второго этажа, проведете дорогостоящую электрику и с вас ручьем через перекрытие первого-второго этажа начнет литься вода по вашему утеплителю дорогостоящему, по вашей проделанной работе по, соответственно, обивке стен дорогостоящим материалом. Да-да, ПКЛ уже, гипсокартон точнее, становится дорогостоящим материалом. Вам не покажется, что я говорю неправильно. Так вот, друзья, посмотрите. У нас есть вот такие вот моменты. Здесь как будто в трубу, потому что там в трубу труба. Посмотрите, друзья. Вот это все дело, там влага. Если присмотреться, там влага. И такие моменты, они... Здесь парапеты, они полые. Не предусмотрена даже отделка была пеной швов. Хоть пена и не спасает, но хоть как-то задерживала бы влагу. Вот эти вот моменты все. Посмотрите, сюда будет вода просачиваться? Сюда будет просачиваться вода? Далее. У нас есть такое уникальное место. Здесь, кажется, обычное пятно, но вы видите, да? Здесь и так совпадает, что на втором этаже в этом месте льется. Вот такие вот моменты. Посмотрите. Как? Ну, естественно, некачественный монтаж. Какие-то швы нормальные, какие-то швы полунормальные. Посмотрите. Конечно, вода будет. Так самое, что интересно, что видите, вон там тоже. Здесь не просиликонено, ничего не сделано. Силиконится ли здесь? Я не знаю, я не строитель. Мы всего лишь оплатили услуги строителей. Посмотрите, друзья. Здесь вот эти все примыкания. Здесь ровно посередине крыши создан искусственный уклон на
вот этой штуки на два различных момента. Вот она. Я просто это все показываю, мне плакать хочется, если честно. И вот таких вот моментов, начиная от недоделанного колодца под вентиляционное отверстие. Ну, друзья, конечно, здесь все это дело будет отваливаться. Крыша у нас течет. Обязательства подрядчик не выполнил в полном объеме. Смотрите. Паяльной лампы у меня нету. Для того, чтобы я это мог как-то самостоятельно. И знаний нету. Я за это заплатил деньги, как бы не маленькие деньги. С виду крыша типа ничего, если дождь не идет. Как начинает идти дождь, дом затапливает. Я несу убытки по уплотнителю, по внутренней отделке. Это, естественно, мосты холода. Там, где течет вода, естественно, проберется и холодный воздух. Я не знаю, что делать дальше. Я хотел бы у вас, друзья, спросить. И многие, я надеюсь, многие из вас чуть больше понимают в строительстве, чем я. И после того, как вы посмотрите следующий материал, вы поймете плюс-минус, где течет, да? Я хотел бы у вас спросить, что делать дальше? Подрядчик не выходит на связь. Причем у подрядчика были субподрядчики, то есть частная бригада из двух человек. Мы знаем фамилии, имена этих людей. Они выходят на связь, иногда берут трубку, но они говорят, что ну, все претензии к подрядчику, типа мы. Хотя им оплачена их работа. Понимаете? Они нам плакались, когда их предыдущий там заказчик кинул на всего лишь там 15 тысяч рублей, да. Мы все вместе рассуждали, какие же люди непорядочные. Мы заплатили им всю сумму денег, это у нас отражено в расписках, что, ну, переданы деньги были подрядчику, а он, соответственно, расплатился с ними как субподрядчиками, конкретно за монтаж кровли. Ну, что делать? Понимаете? Вот что делать? Скажите, напишите, что делать с этой крышей? Надо все снимать или конкретно в каких-то местах подпаивать, потому что сверху на вот эту крошку каждый думает, да положите еще слой, да, и у вас все будет хорошо. Нет, друзья, это так не делается. Я тоже так думал, но мне объяснили, что вот на такое покрытие, на, скажем так, покрытие, по которому вы уже ходите, сверху не накатать еще одно покрытие. Поэтому ответьте мне в комментариях, что делать первое, с крышей, и второе, что делать с подрядчиком и с субподрядчиком. Естественно, мысли сейчас о том, чтобы все это дело оформлять, делать акты еще одни в очередной раз и, естественно, подавать в суд через строительную экспертизу. Но опять же, друзья, мы не хотим, мы хотим все. Вот это что, вот такие вот моменты. Здесь сыро? Конечно, здесь сыро. Конечно, здесь вода. И самое что прикол. Вот видите, смонтировано недешевая ливневка, сток. Все, что вот это заделано белым, это мы уже в этом сезоне заделывали. Пытаемся как-то спасти дом. Когда вода течет вот с этой водопринимающей сточного желоба, выходит через рукав вот этот пластиковый специальный в водосточную вот эту систему водосливную, она течет почему-то не внутри системы, а и внутри, и снаружи, хотя она новая, не засоренная, как бы правильный ли монтаж сточной системы. Да тут на самом деле косяков, конечно, вагон и маленькая тележка, но сейчас в большей степени беспокоит именно моменты, связанные с этой кровлей, да? Что нам ответят представители компании Технониколь, которым я сейчас отправлю это видео? Какие ошибки были допущены? То есть всего два вопроса. Что делать с существующей крышей? Ее надо как-то исправлять, и на это отведены не совсем большие сроки, то есть надо делать в этом строительном сезоне. И второй вопрос, что делать вот с такими нерадивыми подрядчиками, субподрядчиками? То есть, ну, я не хочу просто переходить на оскорбления и какие-то слова, но, понимаете, здесь пролито столько слез, и
сожрано столько нервов с нашей стороны, что ну никому не хочу такого пожелать. Понимаете? Как-то так. Смотрите вторую часть видео именно конкретно. Уже потом, понимаете, сначала мы схватились за тряпки, за ведра, за вот это вот все. И только потом, естественно, когда основная стихия вот эта вот, скажем так, взяла какую-то небольшую паузу, я взял в руки телефон и снял то, что вы сейчас увидите. 12 августа 2021 года. Подрядчик в лице ИП Головин Александр Вячеславович не выходит на связь. Крыша протекает, капает с очень многих мест, с крыши. Все это, естественно, стекает в жилые помещения. Вода бежит по стенам, и он не берет трубки, не выходит на связь, не доделал работу. А дальше видишь, где сухо, где сыро. Ну да, вот, вот сухо. Даже падают с табуретки. Вот там это также они сушили полгода назад. Все дело здесь спалили. А вот сыро, вот капает. Затапливает все внизу. И это не единственное место. Давай дальше покажу. Я включаю телефон. Также здесь все топит. И вот по задней стенке, где желоб сделан, все течет. Протекает, сквозь стены сочится вода, течет крыша. Также прямым доказательством, что течет крыша, является вот отсюда, вот видите угол USB листов. Все капает вот сюда, вот они капли. Также у нас по примыканию с крыши вдоль этой стены вот следы. Тоже капает сюда. Мы с этим боремся уже на протяжении года. Я не знаю, какие еще доказательства нужны. Вот по задней стенке все стекает. Вся задняя стенка сырая. Все течет. Это желоб вот этот. И все стекает. Все, вот, видишь, да. Все топится.
А, кстати, подрядчики, которых нанимал Головин, наш подрядчик, в лице Радиса и, не помню, имя второго мужчины, отказывается что-либо делать, хотя пяткой в грудь били, что они несут за качество работы. Ответственность за свою работу, за качество работы отвечают, делали как себе. Ну, естественно, все это проходит на первый этаж. Спускаемся на первый этаж. Идет дождь, как вы видите. Также вот за качество работы люди отвечают. Переделанный балкон 4-3 или 4 раза. Нет уклона. Доска вся сырая. Вот вчера лист USB сняли. Здесь, естественно, тоже все течет. Течет прямо по уже сделанной, начинающей сделанной отделке. Естественно, там утеплитель. Конечно же, он будет весь мокрый. Также поехали дальше. Вот у нас одно из помещений, гардеробное. Все, задняя сторона стенки, все, вот оно. Видите? А там утеплитель, друзья, за который мы заплатили деньги. И за укладку, и за подшиву. Подшивы нет, как вы можете наблюдать на первом этаже. Доски благополучно гниют. Вот. Как можно в этом доме жить? Здесь тоже все, видите, да? Естественно, вот оттуда было текло. Дальше. Вот здесь вот. Посвети, Ксюша. Пожалуйста. Сняли, а вон дальше. А, вон она течет. Видите, да? Сейчас я пальцем покажу. Вот здесь. А там все вот в плесени. Там все в плесени. Здесь также. Здесь также вот так. Да не надо стульчик, потому что понятно. Здесь тоже. Все. Сыро. Остались, покажи, что в плесени тут все. Просто все ремонт. Встань хорошо на это. Ну я встал. Ты там вот, покажи мне, если ты можешь, покажи. Сейчас. Вот хорошо видно. Ну, свеженько плесь. Там на балке. Так. Здесь тоже протекание было. Здесь вода стояла. Мы все здесь чуть-чуть сейчас скрыли, чтобы проветривалось. Вот там. Мы сейчас здесь будем скрывать. Вот вода уже просачивается. Вон на балке перекрытие, вот, вот здесь вот вода стоит. Вот палка сырая. Угу. Ну, видно, видно. Ну, вот тепловода. Вот как раз подтек. И вот сюда все истекалось. Такие дела. Ну что ж, друзья, седина на моих висках и тряпка в моих руках говорит о том, что переживали не такое, это тоже переживем. Я искренне прошу всех, кто посмотрит это видео, я очень вас прошу, дорогие мои соколики, как говорится, да, сделайте так, просто для вас это не сложно, это всего лишь один клик кнопкой, нажмите лайк, естественно, да, и кнопкой поделиться в любую из ваших социальных сетей, в любую из ваших социальных сетей.
Для нас, может быть, это сыграет, я даже уверен, что вот именно твой клик, да, вот именно ты, кто на меня смотришь, твой клик на кнопку «Поделиться» решит, как говорится, поможет нам в этой нелегкой задаче. Потому что здесь надо посылать уже во все инстанции. То есть, понимаете, обидно, когда очень... Да, даже уже про обиду забыли. Очень противно и тошно на душе от того, что когда... Ну, ты пытаешься, да, там, все сделать по-правильному, не идешь, не ступаешь через какие-то головы, не идешь по головам, да, как это есть выражение такое, а ты платишь деньги, поешь, кормишь подрядчиков своих, относишься к ним с уважением, даешь им заработать, а в ответ, ну, бывает, да, бывает брак в работе, ребята, ну, позвонили, сказали, ребят, ну, вот так и так, приедьте, посмотрите. Можно же хотя бы приехать и сказать, не, ну мы тут не виноваты. Так они даже не приезжают. Друзья, они даже не приезжают. А можно приехать и сказать, ну хорошо, ребят, вот смотрите, давайте. Окей, видим, крыша течет, давайте думать, как это делать. Давайте мы возьмем на себя там планы по... Ну, они гарантию, блядь, на дом 10 лет гарантии. 10 лет на дом гарантии, не прошло еще и года. Ну, субподрядчики могли же приехать и сказать, ну, друзья, ну, давайте, ладно. У нас доброе имя, как бы, давайте, сколько там денег надо, как бы, давайте переделаем. И пока сухо, пока это, есть возможность снять это все, посмотреть, как бы, и прийти к выводу, что вот то можно, как говорится, заменить. И давайте там, на самом деле, два дня переделать крышу, два дня. Говорят, чувак, извини, мы не можем ничего сделать. Что нам скажет техно-Николь? Может быть, посмотрит подрядчик, может быть, посмотрит субподрядчик. Радис, я обращаюсь конкретно к тебе. Ты взрослый, вроде как с первых моментов нашего знакомства, порядочный мужчина, но поступки у тебя говорят об обратном. Спасибо, друзья. Каждый ваш лайк, каждый репост, тряпка в руках поможет спасти этот дом. Подписывайтесь на канал, комментируйте, пишите свое мнение в комментариях и совсем скоро увидимся. Всего доброго, пока-пока.